Работа по законодательной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Югре будет продолжаться. Об этом, в частности, сегодня рассказали на 16-м заседании Совета законодателей Тюменской области. В нем приняли участие представители Югры, Ямала и Тюменской области. Сегодня в нашем округе почти 1800 некоммерческих организаций внесено в реестр как социально ориентированные. Около 150 из них получают государственную поддержку в виде грантов и субсидий. Мы должны четко ориентировать все наше законодательство на то, чтобы мы динамично изменяли основной закон. Он у нас есть о поддержке некоммерческих организаций. А те все изменения, которые происходят в федеральном законодательстве, мы их должны очень быстро принимать.